13 декабря в Казанском федеральном университете состоялось выездное заседание Российско-белорусского экспертного клуба, посвященное трансконтинентальным коридорам Евразии. У нас сегодня тема очень интересная. Мы будем смотреть и экономику, и логистические коридоры, и миграцию, и гуманитарное сотрудничество. Конечно, Россия традиционно, исторически, это ядро евразийской цивилизации, назовем это так. В Казанском университете у нас, наши коллеги вот вам поведают об этом, проводятся очень интересные, очень глубокие исследования именно по истории евразийства. Основными темами обсуждения стали вопросы экономики, миграции, гуманитарного сотрудничества. В круглом столе принимали участие ведущие эксперты, экономисты, политологи, социологи из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России. В ходе пленарного заседания состоялось подписание меморандума между Казанским федеральным университетом и телерадиовещательной организацией союзного государства России и Белоруссии. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.